Добро пожаловать на борт. Мы отправляемся в путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга, города, который неспроста называют Северной Венецией. Петербург пронизывает около 90 рек, рукавов, проток и каналов. Основатель города Петр I и его ближайшие сторонники активно реализовывали идею морского порта, культивировали жителей морской канал. Любой петербуржец знаком с этой стихией не понаслышке. Дельта главной реки города Невы почти полностью застроена не современными, а историческими зданиями. На первый взгляд, это кажется незаметным, но центр Санкт-Петербурга целиком расположен на островах, каждый из которых имеет свое название. Мы увидим лучшие образцы архитектуры и искусства, поплывем по всем основным речным артериям, увидим всемирно известные парки и памятники. Так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь смотреть и слушать. Внимание! Мосты над каналами Петербурга расположены довольно низко. Проезжая под ними, пожалуйста, не вставайте со своих мест. Петербург был основан в 1703 году указом царя Петра I. Территория, на которой построен город, долгое время была спорной. Изначально она принадлежала русским, но была позже занята Швецией, сильной морской и торговой державой, владевшей в конце 17 века большей частью побережья Балтики. Рядом с дворцом Шереметьевых вы видите длинное желтое трехэтажное здание, центральная часть которого выделена восьмиколонным портом. Оно построено в начале 19 века по проекту Джакомо Фарянти в характерных формах старого классицизма для Екатерининского института плодородных видов. В наши дни здание принадлежит Российской национальной библиотеке. Институты в Петербурге появились благодаря посвященной монархии Екатерине Великой. Императрица, общавшаяся с выдающимися философами 18 века, проводила активную образовательную политику. Благодаря ней появились частные типографии, учреждения начального образования для всех сословий и первые женские учебные заведения страны. Ниже по течению Фонтанки, на пересечении с главным проспектом города Невским, находится Онищков мост, один из самых известных петербургских мостов. Его украшают четыре скульптурные группы «Укротители коней», изображающие четыре стадии укрощения коня человека. Они созданы архитектором Петром Карловичем Плотовым и являются одной из лучших работ автора. История этого моста началась практически с основания Петербурга. Тогда первый деревянный мост, расположенный на этом месте, был границей города. Рядом с Онищковым мостом стоит Онищков дворец. Среди мы видим только часть построек, светлое двухэтажное здание с колонной. Сам дворец располагается в глубине земли. Дворец сооружался по велению императрицы Елизаветы Петровны для ее фаворита графа Разумовского. После его смерти дворец был выкуплен в казну. Поступившая на престол Екатерина II подарила дворец своему фавориту, князю Потёмкину. Онищков дворец очень любил Николай I. Он часто и подолгу жил там. Здесь устраивались пышные придворные балы. В этом же дворце царская семья жила, пока восстанавливался зимний дворец после пожара. В дальнейшем здесь жили наследники престола вплоть до Николая II. Сейчас это место известно всему городу как дворец творчества юности. Петербург задумывался в том числе и как торговый город, поэтому здесь много внимания уделяли обустройству рек, служивших главными торговыми путями. Основу торгового центра в первое столетие после появления города составили две торговые улицы-магистрали – Невский проспект и улица Садовая, в
тянущейся параллельно фонтанке за домами по правую руку. Между рекой и Садовой улицей была огромная торговая зона с несколькими большими рынками. Тогда же фонтанка изменила свой внешний облик. Русло реки было спрямлено. Набережные заключили в гранит, были оборудованы удобные спуски к реке. Многие изобретения инженеров города были рассчитаны на то, чтобы обеспечить удобную транспортировку товаров. Издалека видны очертания весьма необычного моста с четырьмя гранитными башнями и цепями. Это мост Ломоносов, бывший Чернышев мост. Генерал-аншеф Чернышев был героем знаменитой Полтавской битвы и имел усадьбу неподалеку. Появление этого моста относится к концу 18 века, когда в связи с сооружением набережных Фонтанки через реку было перекинуто 7 однотипных мостов. Только два из них сохранили свой первозданный вид – мост Ломоносова и Старокалинкин мост, которые находятся значительно ниже по течению Фонтанки. В 18 веке Фонтанка была основной судоходной рекой города, поэтому ее мосты были разводными. Башни Ломоносовского моста предназначались для подъемных механизмов, которые поднимали и раскрывали крылья среднего пролета во время прохождения судов. На набережной перед мостом Ломоносова есть спуск к воде. Слева над ним расположилось огромное пятиэтажное здание с большим количеством украшений на фасаде. Перед нами доходный дом Елисеев, одной из наиболее влиятельных купеческих семей 19 века. Этой богатейшей фамилии принадлежало около двух десятков доходных домов в Петербурге, конный завод, виноградники в Крыму и многочисленные продовольственные магазины. Один из красивейших гастрономов – знаменитый магазин «Елисеевский» на Невском проспекте и существует до сих пор специально выделенным названием. Восхищение вызывает то, что родоначальник фамилии «Елисеев» изначально был крепостным графом Шереметьево. Обратите внимание на группу зданий Министерства финансов по левому берегу. Особенно выделяется мощное, строгое здание главного значения серого цвета с широкой колоннадой. Его интерьеры, напротив, контрастируют со строгим фасадом. Например, операционный зал площадью свыше 3000 квадратных метров – самый большой в Петербурге. Мост перед нами ведет к богато декорированному зданию с зеленым фасадом справа. Это бывший дом графа Апраксина, в котором сейчас находится большой драматический театр имени Пустанова. Театр был организован в начале 20 века при непосредственном участии писателя Максима Горького и поэта Александра Блока. В середине 20 века главным режиссером стал Георгий Александрович Костанов. Именно благодаря его огромному таланту театр стал одним из лучших драматических театров страны. Устье Невы оставалось шведским на протяжении целого столетия. Переломным моментом стала Северная война, начавшаяся за 3 года до основания Петербурга между Швецией и коалицией североевропейских государств, куда входила и Россия. В самом начале войны русские войска заняли часть шведской территории в устье Невы, и для того, чтобы закрепиться в этом районе, Петр I решил построить крепость, позже названную Петропавловской. С этого и началась история Петербурга. Двухэтажное желтое здание с колоннами и длинным балконом слева от вас – это здание казарм лейб-гвардии Московского полка, построенное в конце 18 века. Отсюда, по призыву офицеров, в день восстания декабристов, полк отправился на 17-ю площадь и пришел туда первым. В
всего 30 офицеров-декабристов вывели на площадь около 3000 солдат. Название следующего Семеновского моста связано с расположенными поблизости казармами рейхгвардии Семеновского полка. Первое упоминание о деревянной переправе относится к началу 18 века. Впоследствии ее заменили каменным мостом. Новый Семеновский мост стал еще одной переправой через Фонтанку, сооруженной по типовому проекту. Каменные боковые пролеты и деревянные разводные центральные проекты. Пашки с разводными механизмами на опор. В середине 19 века из-за ветхости Семеновский мост был реконструирован. После многочисленных дворцово-парковых ансамблей глаз привлекает неожиданный индустриальный пейзаж. Над набережной возвышаются четыре трубы ТЭЦ-1, выполненные в характерном стиле заводской архитектуры конца 19 века. Это здание имеет долгую историю. Оно было введено в эксплуатацию как электростанция Бельгийского общества электрического освещения. После открытия там была запущена первая в Петербурге паровая машина. Одну из старейших электростанций города называют «спящий слон». Кажется, что гигантское животное дремлет на спине, а четыре трубы – это обращенные вверх слоновьи ноги. Справа нам открывается вид на три трехэтажных дома разных цветов с треугольными фронтами, очень похожие по архитектуре. Их называют «три сестры». Дома были построены для дочерей первого директора императорской певческой капеллы Полторацкого. Здесь собирались самые яркие представители художественной интеллигенции. Крылов, Грибоедов, Батюшков, Гнедич, Кипренский. Здесь же в первые годы после окончания лицея часто бывал Александр Пушкин. Здесь он познакомился с Анной Петровной Керн, в которую был влюблен и который посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение». На левом берегу Фонтанки видно большое желтое здание с колонной. Это бывшая Обуховская больница. Одна из первых больниц в России, открытая в конце 18-го. Здесь был и дом презрения для умалишенных. Первое в России учреждение подобного рода. Первоначально дом презрения был выражен в традиционном для Петербурга желтости. Именно благодаря ему заведение получило народное звание «желтый дом». В легенде поэт Александр Пушкин, часто навещая в этой больнице знакомого офицера, помешавшегося на игре в карты, задумал свою пиквыдом. Неподалеку от Обуховской больницы через Фонтанку перекинут Обуховский мост. Здесь река пересекается с Московским проспектом. По проспекту проходил путь на Москву и Царское село, ныне город. На этой дороге даже кустовые столбы сделаны из мрамора и гранита. Справа за Обуховским мостом находится комплекс зданий Университета путей сообщения. Это одно из первых высших технических учебных заведений России. Институт был создан в начале 19 века. Основной его задачей ставилась подготовка инженеров для производства всех работ империи. Учебное заведение считалось очень престижным. Протяженное двухэтажное здание справа с аркой входа посередине отделяет от Фонтанки дворец Юсуповых. Семья Юсуповых – старинный, богатый русский княжеский род. Сначала здесь был деревянный дворец, потом каменный барочный и, наконец, его перестроили в классическом стиле по проекту архитектора Джакомо Ваенни. Владельцы продали дворец в казну, откуда он был выкуплен Институтом инженеров путей сообщения. Вокруг дворца сохранился пейзажный Юсуповский сад с прудом и крошечными островами для прогулок. Он открыт. Это популярное место среди горожан. Слева между деревьями стоят два небольших здания-близнеца.
Следом за ними вдоль набережной тянется ограда Измайловского сада. Его крестным отцом принято считать предприимчивого ярославца Петра Трубакова. В начале 20 века он арендовал сад на 25 лет и взялся за его перестройку. Купец снес все строения, построил, как писалось тогда, ресторан с застекленной верандой, множеством всяких аттракционов и увеселительных павильонов. Помимо прочего, он построил с помощью архитектора Владимира Шухова театр.